Чего-то не хватает. Почему машина времени не работает? Так, что-то надо в нее добавить. О, вон та деталь, которая сзади машины времени. Ну ладно, пойду за ней. Когда были выходные, мне сказали, что какой-то диновирус. Ну или по-другому динозавровирус. И он очень опасен. Опасен. Поэтому надо ходить полностью закрытым. Я сегодня купил новую кофту. Ну, в ней зарка. Она красно-синяя. Так что мне осталось только купить футболку. Уже футболку с капюшоном начали делать. Это вирус. Антенны начали улавливать сигналы. И поэтому появился пальтар. И шестеренка начала крутиться. Стоп. Что это за звуки? Работает. Все, она остановилась. Шестеренка остановилась. Фух, очень хорошо, что я сзади этой машины времени поставил кнопку выключения. Если у нас тут и пойдет не так, то мы просто ее выключим. Нажмем на эту кнопку, она выключится. Что такое? Пошло не так. Танк там.